родной дядя есть. Но он уже, его в живых нету, он воевал на войне. Что о нем помните? Расскажите. А он много не рассказывал. Скромный человек. Он много не рассказывал. Как-то он приезжает, радости, довольный, счастливый. Но, к сожалению, его нету. Ну, пойду, но, наверное, не получится в этом году. А так дядя очень такой. Ну, воевал, но много не так. Ну, у него дочери есть, они живут в Таганроге. А как его зовут? Николай. А фамилию? Князькин Николай. Так, Александр Кузьмич. Князькин Николай Кузьмич. Кузьмична. Мама Кузьмична. Что вы еще могли пожелать ульяновцам? Здоровья, удачи во всем. Здоровья. Главное, как бы верить в победу и обязательно пойти на бессмертный полк.